Всем привет! Где это мы с вами идем? Вот, у нас снегопад. А идем мы в деревне Курниково, Графский парк, где мы добываем липу для поделок. Вон какие липы стоят. И эти липы, с них падают при сильном ветре, обламываются ветки. Вот, вот домик на дереве. Так, сейчас. Вот, а я ищу ветки, которые не долетели до земли, а застряли, допустим, на пониже где-то на ветках. Таким образом, они чистые, не гнилые. Вот, конечно, пропащие. Вот этот вот. Упала липа, ее народ пилил активно, а я о чем думал, непонятно. Вот, и потом этот комель, он поднялся, как это с ними бывает. То есть теперь там и, ну, трудно добраться. Вот у меня где-то была тут припасена веточка. Сейчас мы, может быть, ее... посмотрим. Ну, какая, знаете, красота. Че вот эти домашние снимать рассуждения там о грустных вещах? Природу. Из дома вышел и пошел. А, вон, вот с этого дерева я ее снял. Вот там еще осталось. Ой, красота. Ходили, забрали колесико в вазончике. А вот какая-то лиственница, что ли. Так, вот где-то тут я. Вон Нива. Нива и еще какие-то. Полиция, что ли. Вон там они суд. Моркаются. Так, ну ладно, вот он. Вот она. Вот эта ветка. Чудесная совершенно ветка. Вот. Вот сейчас надо с нее как-то срезать вот эту среднюю часть. Вот. И ее, может быть, забрать. Да? Поставить некуда, кроме как в снег. Поэтому я, наверное, отключаюсь. Смотрите у меня, ребята. Вот. Кому не нравится канал, отписывайтесь. У меня только будут проверенные подписчики. Пусть их будет меньше. Только те, кто пройдут со мной этот путь. Все, стой тюнь.